Всем салют, это стартапы. Сегодня у нас вторая часть ролика интереснейших товаров, которые отлично продаются в Китае, но которых еще нет на наших маркетплейсах. Ссылка на первую часть оставлю в описании под этим видео. Обязательно после просмотра этой части переходите, посмотрите первую. Напомню, что все ссылки на товары, которые вы увидите в этом ролике, будут в нашем телеграм-канале, который вы также найдете в описании под этим видео. Если вам зайдет эта крутейшая подборка, обязательно напишите нам в комментариях «давай третью часть». Как только мы наберем хотя бы 100 таких комментариев, мы выпустим тут же третью часть. Приятного всем просмотра, ставим лайки, подписываемся, начинаем просмотр. Эта удивительная кормушка будет развлекать твоего питомца весь день, пока ты занят своими делами или находишься на работе. Как итог, довольные питомцы, довольны их хозяева. К тому же это очень высокомаржинальный товар, так как закупочная стоимость в Китае от 1 доллара или 100 рублей. Продавать же можно на маркетплейсах от 10 долларов или 990 рублей. Этот уникальный теплый ковер должен быть в каждом помещении. Его можно легко разрезать, перекрасить и собрать как конструктор Лего. Основное преимущество в том, что он очень теплый и не боится влаги. Поверхность ковра может быть разной, от ворсы до замши. Нижняя часть состоит из мягкого материала, напоминающего спрессованный утеплитель. Размер одного квадрата 30 на 30 сантиметров. Стоимость одного такого квадрата 20 центов или 20 рублей. Продавать же можно в 2-3 раза дороже. Ссылки на каждый товар в нашем телеграм-канале. Друзья, вы наверняка слышали, что все больше и больше предпринимателей выходят на маркетплейсы, чтобы продавать там свой товар. Сегодня поговорим о современном и особенно актуальном в наше время маркетплейсе – мегамаркете. В выборе маркетплейса важны прозрачность, популярность и, самое важное, активный рост. Поэтому с уверенностью могу вам порекомендовать мегамаркет – динамично развивающийся маркетплейс в России, где вы еще можете успеть занять свою нишу и даже стать лидером. Представьте, мегамаркет посещает 27 миллионов уникальных пользователей за месяц. Плюс есть возможность продвижения у партнеров. Например, 106 миллионов розничных клиентов Сбербанка, и они все могут быть вашими потенциальными клиентами. И что очень важно, комиссия от 3%, а для всех новых продавцов до 15 января есть эксклюзивное предложение. При подключении к площадке вы получите 30 тысяч бонусных рублей, которую можно потратить на инструменты для продвижения и от 25% повышенного кэшбэка на товары новых продавцов. А еще у вас будет свой персональный менеджер, который поможет на старте. Кроме этого, 72 миллиона участников программы Сберспасибо и 6 миллионов подписчиков Сберпрайм и Сберпрайм Плюс. Думаю, мне уже удалось убедить вас, что это отличный маркетплейс с целевой аудиторией для прибыльного дела. Оставлю вам ссылку в описании под этим видео. Переходите и развивайтесь вместе с мегамаркетом. Эта штука идеально отбеливает зубы. В комплекте есть шкала, с которой можно свериться, а также в подарок кладут кучу отбеливающих полосок. И, конечно же, сам аппарат с ультрафиолетом и беспроводной зарядкой. Сам аппарат оснащен сенсорной кнопкой. Внутри же есть специальные карандаши с гелем. Для эффективности нужно проходить полный курс и на зубы наносить гель, ставить капу на зубы и ждать, пока схватится гель. За курс можно отбелить до 12 тонов. Похожий товар на Валберис продают от 2200 рублей, в Китае же стоимость от 7 долларов или 700 рублей. Больше не нужно покупать кровать. Ты можешь положить это чудо в любом месте своей квартиры или дома для гостей, и больше не нужно заморачиваться с надувным матрасом, раскладушкой и прочими неудобными вещами. Раскладывается все в один миг, буквально за одну секунду. Стоимость в Китае от 60 долларов или 6000 рублей. Продавать же можно от 80 долларов. Больше не добавляй лед в свои напитки, ведь он больше не пригодится. Это китайское изобретение за 5 минут спасет тебя даже в самую жаркую погоду, и твой напиток будет всегда оставаться холодным. Закупочная стоимость в Китае от 12 долларов или 1200 рублей. Продавать же можно в 2-3 раза дороже. Никогда не заказывай это из Китая, потому что устанешь всем скидывать ссылку на этого поставщика. Это мини-увлажнитель воздуха, который воссоздает эффект пламени и показывает точное время. Его минималистичный дизайн подойдет к любому интерьеру. Закупочная стоимость Китая от 10 долларов или 1000 рублей. Продавать же можно от 30 долларов. Понравилось видео? Поставь лайк, поделись с другом и напиши в комментариях «давай третью часть». Соберем 100 таких комментов, сразу выпустим третью часть. Забудь про беспорядок дома. Этот китайский стеллаж для обуви сможет собрать даже ребенок.
Благодаря нему можно освободить пространство в гардеробной и хранить всю обувь в одном месте. Вам больше не нужно искать отдельные громоздкие полки и занимать много места в квартире. Это то, что действительно должно быть в каждой семье, особенно если у вас небольшая квартира. Закупочная стоимость в Китае от $8 или 800 рублей. Продавать же можно на маркетплейсах в 3-4 раза дороже, ведь его будут покупать не только для себя, но и как оригинальный, а главное нужный подарок. Эта новая чудо-тряпка есть в каждой китайской семье. Почему этого нет до сих пор в России? Появилась она 2 месяца назад и уже бьет рекорды по продажам. Этого товара, как и многих других из этого видео, попросту нет на наших маркетплейсах. Закупочная стоимость Китая от $3 или 300 рублей. Рекомендуемая стоимость продажи от $10. Это самый тонкий чемодан в мире. В ширину он всего 5 см, но имеет возможность расширяться до 53 см. Он выполнен из качественного водонепроницаемого материала и самое главное, его можно сложить куда угодно. Товар будет уверенно продаваться круглый год, так как люди постоянно путешествуют. Закупочная стоимость Китая от $19 или 1900 рублей. Продавать можно на маркетплейсах в 2 раза дороже. Понравился товар? Ссылка на него в нашем телеграм-канале под этим видео. Срочно покажи это своей маме. Эта находка из Китая поможет сделать домашние пельмени всего за пару секунд. Теперь не нужно часами стоять на кухне. А учитывая то, что закупочная стоимость в Китае от $4 или 400 рублей, продаваться она будет как минимум в 3-4 раза дороже, обеспечивая постоянно хорошие продажи. Этот неотъемлемый атрибут должен быть у каждой домашней хозяйки. Лучшая разделочная доска из Китая 4 в одном. Помимо обычной стороны для нарезки, с другой стороны у нее алюминиевое покрытие, которое может разморозить продукты в несколько раз быстрее. В нее встроена также точилка для ножей и терка для чеснока. Закупочная стоимость Китая от $2,5 или 250 рублей. Продавать же можно от $10. Это просто невероятный светильник из Китая с датчиком движения, который прикрепляется к любой металлической поверхности. Вы можете легким нажатием отключить датчик движения и светильник будет работать непрерывно. Это устройство легко зарядить, а главная фишка, что аккумулятор может держать заряд до 2 месяцев работы. Этот светильник действительно сможет упростить жизнь в любом доме и любом дворе. Закупочная стоимость Китая от $23 или 2300 рублей. Продавать же можно от $35. Летом этот холодильник должен быть у каждого. С первого взгляда вам может показаться, что это обычный стол, но внутри спрятан холодильник, в котором можно держать напитки и различные блюда холодными в течение нескольких часов. Эта вещь наверняка станет предметом обсуждения на вечеринке с друзьями. Закупочная стоимость Китая от $29 или почти 3000 рублей. Продавать же можно на $10-15 дороже. Находки из Китая для дома. Внимание, их будет 4. Это приспособление можно поместить в стиральную машину и, перевернув барабан, можно достать сразу все вещи. Стоимость Китая чуть более $2 или 200 рублей. Продавать можно в 2-3 раза дороже. Дозаторы облегчат использование жидких моющих средств и не дадут ни одной капли попасть мимо. Стоимость Китая от 20 центов или 20 рублей. Продавать можно от $2-3. Вешалки облегчат сушку простыней, одеял и штор. Соответственно, сэкономят больше пространства дома. Стоимость Китая от 70 центов или 70 рублей. Продавать же можно как минимум в 10 раз дороже. Если вы устали собирать носки после стирки, то воспользуйтесь этим приспособлением, которое удержит все носки вместе. Стоимость Китая от 80 центов или 80 рублей. Продавать же можно минимум в 5-6 раз дороже. Напоминаю, что ссылки на этот и остальные товары в нашем телеграм-канале, ссылку на который вы найдете под этим видео. Находки из Китая для кухни. Внимание, их будет 3. Я уверен, что каждой хозяйке нужен этот электрический венчик. Больше не клади приборы на стол во время готовки, ведь этот небольшой держатель всегда сможет тебя выручить. А этот чудо-аппарат за несколько секунд нарежет любые продукты на мелкие кусочки. Ну а ссылки со стоимостью на эти товары вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылку на который оставляем в описании под этим видео. Всем спасибо, что досмотрели ролик до самого конца. Я надеюсь, он был для вас полезен.
Если вам интересно увидеть третью часть, обязательно напишите нам об этом. Давай третью часть. Как только наберем 100 комментариев, выпустим третью часть. Всем пока.